Это, безусловно, любовь детей. Мы все равно мы такие самокритичные, да, мы очень много знаем собственных недостатков, но когда ты понимаешь, что дети, они на тебя смотрят, улыбаются, ты для них важна, им нравятся там твои истории, они чутко к тебе относятся, или ты там себя плохо чувствуешь. И вот эта вот любовь, такая чистая, действительно безусловная, вообще абсолютная, она тебя стимулирует, она дает тебе, в принципе, переживать такие кризисы, выгорания определенные, эмоциональное особенно напряжение. Это вот из позитивных, да, моментов. Ну, еще один очень важный такой тоже аспект, получается, педагогики и работы с детьми, это когда даже на маленький период, например, за год, ты видишь изменения формирования человеческой личности. Когда ты замечаешь определенные даже черты, которые дети приобретают благодаря тебе. Вот, они способны там, преодолеть там, сложности там, и своего характера, да, и, например, приобрести новые навыки, которые им казалось недоступны, но они через тебя начинают это практиковать, входят во вкус, и они потом становятся профессионалами. И вот поразительно наблюдать, как за короткое время дети могут измениться, ну, как бы в лучшую сторону, естественно, да, мы про эти изменения говорим. То есть действительно такая определенная метаморфоза, как из чего-то неоформленного вдруг начинает появляться форма, цвет, запах. То есть они, ну, это вот черта природы человека, и когда ты имеешь возможность это наблюдать, это потрясающе, это как будто ты смотришь вот замедленную съемку, да, раскрытие цветка. Вот, то есть это тебя и вдохновляет, поддерживает, тебе хочется еще больше там, расти профессионально, узнавать больше, помогать больше.